А сейчас о главных темах выпуска более подробно. Минувшие выходные принесли печальную новость. Трагедия случилась на территории городского дачного кооператива «Колосок». На данный момент уже стало известно, что семья из трех человек погибла, отравившись угарным газом. Подробности в первом сюжете выпуска. Улица Журавлина на самом деле узкий переулок в садово-огородническом товариществе, расположенном в черте города. По словам соседей, жильцы в доме номер 12 поселились лет 8 назад. Мы них много ничего не знали, а так хорошая семья. Девочка, нет, вообще нет, спокойные люди, все хорошо было и тут. Он ко мне приходил, я к нему приходил. Ну, он столяркой там занимался, я же тоже занимаюсь столяркой. Вот он себе поставил багун, хотел обзавестись, но, как говорится, не смог. Людмилу Ивановну я просто познакомилась с ней, пришла она за справкой ко мне. Такая разговорчивая, активная женщина. Ну, я предложила ей, говорю, хотите агитатором поработать по выборам в сентябре? Она говорит, да, буду, поработаю. Она очень хорошо такая справлялась, все сведения, все. Женщина такая общительная, ну очень хорошая. На любые там сходы там или что-то вот предлагали ей, она приходила. Я узнала сегодня только. Мне позвонили, Михаил Сергеевич пришел. Но я именно не знала, что это Людмила Ивановна. Я вот сейчас, я прям в шоке. До того, что я, как говорится, знала ее, и аж не по себе мне. Что вот вся семья, что и муж, и дочечка так, она, дочка тоже, она вместе с ней приходила, что... Это нормальные люди, очень спокойные, очень тихие, редко появлялись на улице, особенно в зимнее время. Если летом, то еще у нас внуки, у них внучка приезжала, значит, как-то общались. Единственное, в этом году я даже ни разу не видел их. Один раз, вот 9 числа, увидел, подъезжала скорая помощь. И подумал, что, значит, Людмила Ивановна, наверное, приболела, ее увезли в больницу. А когда она отсутствовала, Людмила Ивановна, она дочку свою, Катю, обычно увозила к своей маме. И после этого не видно их, не слышно. Первой забила тревогу старшая дочь погибших из Перми. Когда родители несколько раз не ответили на телефонные звонки, забеспокоилась, что-то случилось. По адресу выехали сотрудники полиции, которые отметили, что калитка закрыта изнутри, а соседи не видели семью уже несколько дней. Прибывшие сотрудники МЧС вскрыли дверь дома и обнаружили три бездыханных тела – мужчины, женщины и молодой девушки. Погибших отправили на экспертизу и вскоре стали известны предварительные результаты. Вся семья отравилась бытовым газом. 17 января 2016 года около 12 часов в Белорусский межрайонно-следственный отдел из МВД Белорусского района поступило сообщение об обнаружении трупов граждан Белорусского района мужчины и двух женщин. В ходе осмотра места происшествия видимых телесных повреждений на трупе мужчины и двух женщин не обнаружено. В домовладении ощущался запах угарного газа. В ходе проведенного судебно-медицинского вскрытия трупов, а также согласно сообщению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти мужчины и двух женщин явилось отравление угарным газом. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, причины, проверяется возможная неисправность газовых приборов, в результате которых произошло отравление угарным газом. Наталья Пугачева, Сергей Гриценко. События и люди.